идем на победу. Не на призовые места, а на победу. Мы за победу Жириновского на выборах президента. Знает, как реагировать на любые вопросы. Он сам формирует свою позицию. Самый грамотный, самый честный и самый мощный политик. Потому что выходит и сам за себя бьется. Никакой платной медицины. Медицина только бесплатная. Национализация банковской системы. Монополия государства на алкоголь, табак и сахар. Правительство в случае избрания президентом страны Владимира Жириновского будет коалиционным. Мы идем 18 марта и всех призываем проголосовать за будущее России, за мощный рывок нашей страны вперед. Жириновского президенты!